Барух Адонай Меворах. Барух Адонай Меворах Леолам Ваэт. Барух Адонай Меворах Леолам Ваэт. Барух Ата Адонай Элоэну Мелех Аолам, Ашер Бахар Бану Микол Амим, Венатан Лану И Торато. Барух Ата Адонай Нотен Атора. Амин. Нахну Никрами Сефер Бамидбар, Перек 32, Суким Ихат Ат Хамеш. Мы прочитаем книга Числа, 32 глава, с 1 по 5 стих включительно. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה מקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה וסבם ונבו ואון הארץ אשר הכה אדוני לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה, ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. אמן. תשבו בבקשה, סאג'ותיס פרקוסט. נקרא גם ברוסית. מתקשי פרצ'טיום נערוסקם. У сынов Рувимовых, у сынов Гадовых стада было весьма много. И увидели они, что земля Яазер и земля Галад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы, сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Элазару, священнику и князьям общества, говоря, «Атарот и Дивон, и Яазер, и Нимра, и Сивон, и Леле, и Сивам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали, если мы нашли благоговение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан. Амин. Шаббат шалом лекулям. Шаббат всем шаббат шалом. Коля парашат шаво некрет матот. Недельное чтение называется матот. Шватим. Колено. והנושא שלנו היום זה צער הפתח וצרה הדרך המובילה לחיים. И наша тема называется «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». האמת, אני אגלה את הסוד. Я открою вам секрет. שזה רק נראה ככה. Это так выглядит со стороны. זה לא שאלוהים עושה את ה... דרך צרה. Это не то, что Бог делает этот путь узким. זה בגללנו שהדרך הזאת נראית כך. Это из-за нас, что этот путь становится узким. זה בגלל שיש לנו כל כך הרבה דברים שאי אפשר להכניס לתוך מלכות השמיים. Это потому, что у нас есть столько много вещей, которые невозможно внести в Царствие Божие. לכן זה נראה צר. Поэтому это выглядит узким. זה אותו דבר שאתה בא באחד מהמלונות בארץ פה. Это так же, как ты приезжаешь, например, в один из гостиниц в Израиле. Есть разные условия и законы там. Ты не можешь взять с собой собак, кошек и другие вещи. И люди начинают жаловаться. Это выглядит им как узкий путь, вход. Но это проблема их, из-за них. В этой гостинице есть огромная территория, есть много хороших вещей. И это как раз наша история, которую мы читаем. Перед тем, что мы начнем говорить о нашем тексте, я хотел сказать еще одну вещь о недельном чтении. Есть очень важный принцип в нашей недельной чтении. Мы видим в предыдущей главе, после того, как они победили в очередной войне, они получили возможность разделить то, что захвачено между собой. Каждый раз, когда побеждают, берут, захватывают добычу. И каждый раз, когда проигрывают войну, теряют добычу. Есть по икарон рухани. Есть тут духовный принцип. Мы выигрываем, когда
мы приобретаем, когда мы побеждаем. ואנחנו כל הזמן שמפסידים מאבדים. И когда мы проигрываем, мы теряем. מה בדיוק מרוויחים ומה בדיוק מאבדים? Что же мы приобретаем и что мы теряем? השלל שלהם היה שם בקר. Добыча ихняя была, это был крупный скот. חמורים. Ослы. צאן. Мелкий скот. ואנשים. И люди. כל הזה זה מסמל כוחות או עוז. Все это символизирует силу, мощь. И милим ахерот. Другими словами. שאנחנו מפסידים. Когда мы проигрываем. אנחנו מאבדים את הכוחות, מאבדים את העוז. Мы теряем наши силы, нашу мощь. Когда мы побеждаем, мы получаем больше сил и продолжаем вперед. Согласно нашему тексту, во всех переводах называется «у сынов Рувимовых» и «у сынов Гадовых». Начинается текст. На иврите это начинается с другого слова. Микне. Стадо. Есть эдер, это нахон. Есть слово эдер, есть микне. Аваль микне ютер кашу ле эдер керихуш. Микне, в нем подразумевается, что говорится тут о состоянии. Что-то, что ты керихуш. То есть, как бы это стадо, но которое является твоим состоянием. В качестве состояния. В качестве. Мимиля ликнот. От слова ликнот, микне. Аз апасука зе матхиль мимиля микне, вместаем мимиля микне. Этот отрывок начинается со слова микне и заканчивается словом микне. Стих это, да? Стих. Зот омере шебишвила шватима эле. Это говорит, что для вот этих вот колен ихнее стадо или ихнее имущество было первое для важности для них. Приоритете. И так говорит также Мидраш. ואהדר שלהם, או, כמו שאמרנו כסמל, הכוחות שלהם הם רצו להשקיע מאחוריה ארץ מובטחת, ולא בתוך הארץ מובטחת. И они хотели вложить свои стада, свои силы не в земле обетованной, а вне ее. כן, בירדן. Со стороны Иордена. למרות שהם היו מוכנים לעזור ולעזור במלחמה, כן? Несмотря на то, что они были готовы помочь в войне. אבל הארץ מובטחת היה נראה להם קטן מדי. Но земля обетованная выглядела для них немножко маловатой. Они думали, что там, где они находятся, там шире, там лучше. Там врата пошире будут. И дорога пошире тоже будет. Давайте посмотрим на имена мест, которые они выбрали. У них есть смысл. Одно из них это атарот, от слова атерет на иврите. Атерет за атерет. Это венец. Венец атерет. Или почет. От слова венец или почет. Авал има так котев атерет им тав зе кмо ошер. И если мы пишем это слово атерет, ну, если мы относимся только к тому, как оно звучит, то это еще и ошер. Богатство. Од мила зе есивон, авал бе иврит зе хишбон. Еще одно слово есивон, на иврите он хишбон. Счет. Анахну дима зе хишбон, ла асот хишбон, ла хшов. Мы знаем, что такое хешбон, это подсчитывать, делать, выиграть что-то, вложить куда-то лучше, получить что-то. Это... То есть тут говорится о прибыли. И язер на иврите как от слова помочь. אז כל הזמן חשבו שזה אוקיי. הדברים האלו הם יעזרו לנו. То есть все вместе, если соберем, то они все время думали, что вот эти вот вещи
они помогут им. זה מסמל סוג של אנשים או של מאמינים שתמיד חושבים איפה יש רווח, איפה יותר טוב. И это символизирует людей или верующих, которые всегда ищут где-то, где можно приобрести что-то, где-то, что можно получить, выгоду какую-то. И из-за этого, поэтому для этих людей вход в Царство Небесное выглядит очень узким. Есть у них большие стада. У них есть только желание достичь Мы разных симот, целей, разные задачи, которые они хотят решить. Что им хошвим, что в шетах шел мальхут ашамаем, у мальхут элоим, зело яцлих. Что они думают, что на территории Царства Небесного это не получится. Узко слишком. Ахон. לכן הם מעדיפים להשקיע את הכוחות שלהם בתוך העולם הזה. Поэтому они предпочитают вкладывать свои силы в этот мир. איפה שיש יותר כבוד, יותר עזרה, יותר רכוש. Там, где есть больше славы, где есть больше состояния, имущества. זה יכול להיות אנשים טובים. Они могут также быть хорошими людьми. מאמינים שמוכנים לעזור בצד אפילו. Верующие, которые даже готовы помочь со стороны. Но они предпочитают оставаться на другой стороне. В реальности все, что у них было, Бог бы мог бы использовать в их жизни. Просто направить их с правильными приоритетами. בשביל מלכות השמיים. Которые были бы в направлении Царствия Божьего. וככה הבן אדם היה יכול להתפתח יותר אפילו. И так человек мог бы развиться еще лучше. להתממש. И осуществить свой потенциал. נכון. לכן העניין של הרכוש או לחיות טוב. Поэтому то, что касается хорошей жизни или каких-то благ. האמת זה עניין של סדר עדיפויות. Это вопрос приоритизации. ואם בתוכנו יש מקום קטן בשביל בורא עולם, и если в нас есть маленькое место для Творца, גם הדרך שלו יהיה בשבילנו כמו דרך צרה. То наш דרך של אלוהים, путь Божий, הוא יראה он будет выглядеть да. узким путем. נכון. ולהפך, и с другой стороны, если мы откроем наше сердце очень широко для Бога, для Господа, это узкая дорога Бога, возьмет нас к благам, которые намного больше, чем любые блага этого мира. И это называется жизнь вечная. Иисус говорит, что каждый, кто войдет через врата, узкие врата мои, тот найдет жизнь вечную. И он также даст ему широкое место. И пусть Господь поможет нам понять эти вещи и вкладывать в правильные места, в правильном направлении. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за субботу и за покой. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Иешуа, Мессию, что Ты дал Его за нас и не держал Его. Мы благодарим Тебя за все заповеди, которые Ты даешь нам через Тору. Помоги нам силой Духа Святого соблюдать их, чтобы все мы жили ими.
על כל המשפחות וילדינו, אבא תעזור לנו כולנו להגיע עד הסוף למלכות השמיים. Мы также молимся за наши семьи, за наших детей, помоги нам дойти до царствия твоего до конца. והיום בשבתות שקוראים את פרשת השבוע, גם לאחים שלנו בבתי כנסת תגלה את השם של המשיח. И сегодня, когда читается недельное чтение в синагогах, также открой имя Иешуа для братьев наших. היום אנחנו גם רוצים לשמוע את הדבר שלך. Мы также хотим услышать от тебя слово. תברך את הרבי. Благослови רבי. ואת המתרגמת. И переводчика. שהדבר הזה יגע בלב של כל אחד. Чтобы слово твое коснулось сердца каждого. ושכל אחד יקבל כוח של רוח הקודש שלך. И чтобы каждый получил силу духа святого. אנחנו מודים לך על הכל. Благодарим тебя за все. ומתפללים בשם ישוע המשיח. И молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.